Сегодня чистый понедельник, начало Великого Поста. Священнослужители говорят, что отказ от мяса, яиц или молока должен сопровождаться добрыми делами, благими намерениями, смирением и прощением. Только в таком случае будет достигнут главный результат – духовный рост верующего человека. А часто переводы есть и импортант. Этот период важен для православного христианина. Пост является не для Бога, а для самого человека. И второе – пост помогает не только вылечить душу, но и тело. Жители Флориши относятся к Великому посту с почтением. Для многих из них это в первую очередь оздоровление. Конечно, буду держать, так как каждый год держу. Это полезно, так как лечим свое здоровье, а также заботимся о своей душе. Держим, так как мы христиане. Что за еду вы предпочитаете в пост? Картофель, фасоль, все кроме мяса и молока. Да, держу пост. Что за еду вы предпочитаете в пост? Есть геркулес, есть гречка, вареная картошка, есть все, только было бы желание. Врачи говорят, что пост является очень жестким с точки зрения питания, поэтому необходимо проводить его правильно и защищать свое здоровье. У нас много хронически больных людей, беременных, много людей с гастритом, панкреатитом и другими болезнями, которые с благословения священника должны иметь отличающийся рацион во время поста. Вместе с окончанием поста жирную пищу нужно принимать постепенно. Люди, которые не могут держать пост, то есть не то, что не могут, не позволяя здоровья, церковь к ним благосклонна. Для них канон не такой жесткий. Через благословение священника и молитвы получают возможность употреблять, если плохое здоровье. Великий пост считается самым длинным и жестким в православном календаре. Он завершится 20 апреля, когда православные отметят пасхальный праздник Воскресения Спасителя.